На пенсию скоро, оторвусь по полной. Еще бы точно узнать, какая пенсия выйдет. Специалисты запутали всех, никто ничего не может понять. Но я нашел одного мужика. Он сказал, я точно знаю, как надо почитать пенсию. Почитал мне все до последней копейки. Вышла пенсия у меня 350 тысяч рублей. Еще я спросил его, 350 тысяч в месяц? Он, ты что, смеешься? Совсем, что ли, ку-ку? Конечно, в месяц, не в год же. Симпатичный такой мужик. Думаю, если 350 тысяч с первой пенсии, полечу в Бразилию на карнавал. 350 тысяч должно хватить. Еще сэкономлю где-то, гостиницу сниму с одним завтраком, консервы с собой возьму, презерватив... А, не надо брать, там дают. Значит, должно хватить 350 тысяч. Ну и слава богу, и все об этом. На всякий случай опять мужика поймал, в лоб ему говорю, оклад у меня 35 тысяч в месяц. Может пенсия получиться 350 тысяч? Вон, ты сам подумай своей-то головой. Зачем мне тебя обманывать? Как они написали, так я и посчитал. Но я решил на всякий случай в Бразилию не лететь. Вдруг не хватит денег. Думаю, я поеду лучше в Париж. Посмотрю на Эйфелеву башню. Время останется, зайду в Лувр. И, конечно, на могилку к Наполеону. Должно хватить 350 тысяч. Хотел сам посчитать пенсию, не получилось. Вроде правильно считал, а такая ерунда вышла. 9 тысяч в месяц. Так же не может быть. Три раза пересчитывал, все три раза ровно 9 тысяч. То есть где-то одна и та же ошибка спряталась. 9 тысяч – это скандинавская ходьба. Домино, вечером кефир. Опять подкоррупил этого мужика, говорю, не обижайся, я тебе верю, но надо знать, куда билет брать. Если заранее взять, можно подешевле. Мне в Бразилию, в Париж или в Мытищи. И когда никого рядом не было, сунул ему взятку, пол-литра водки. Он выпил один, все. Начал подсчитывать. За 5 минут подсчитал, тычет пальцем в свои столбики. Видишь, говорит, 2×2 – 4. 3 + 5 – 8. 1 умножить на 1 – 1. Как тут можно ошибиться? 350 тысяч. Ну, слава богу, думаю, сам сел проверить. Но считал уже, как мужик показал. И тоже у меня 2×2 – 4. 1 на 1 – 1. Получилось 9 тысяч. Где ошибка, кто виноват? У меня на нервной почве случился разлад между сердцем и разумом. Сердце говорит, не надо 9 тысяч, пожалуйста. А разум уперся, 9 тысяч. Побежал разузнать, поточнее, про семью мужика. Может, там что-то всплывет? Ничего, семья хорошая. Жена работает в психдиспансере. Там они и познакомились. Сын в 6-м классе учится. На следующий год ему в армию. В семье все всегда всем улыбаются, даже когда рядом никого нет. А есть такие самодуры, слушай, стучит себя кулаком по лбу, ты с ума сошел, как может быть 350 тысяч, если у тебя оклад 35 тысяч, пена изо рта, мат толбом, что ты беснуешься, что ты завидуешь? Возьми бутылку, сходи к этому мужику. Может, у тебя получится больше моего. Не знаю, как-то раньше проще было с пенсиями. Вообще сейчас про пенсии лучше помалкивать.